18 сентября жителям Щелковского района предстоит сделать выбор – отдать свой голос за понравившихся кандидатов в депутаты Государственной и Московской областной думы, а также по 15-му одномандатному округу в Щелкове. Подготовка к единому дню голосования в разгаре. Совсем скоро в территориальную избирательную комиссию должны поступить избирательные бюллетени. В настоящий момент как раз вот уже ждем изготовления тиража бюллетеней. У нас 160 тысяч избирателей, зарегистрированных на территории Щелковского муниципального района. Соответственно, 160 тысяч бюллетеней мы получим. Как только бюллетени поступят в территориальной избирательной комиссии, в участковых комиссиях для охраны ценных документов будет выставлена круглосуточная полицейская охрана. Стоит ли говорить, что и доставка бюллетеней будет проходить посредством специальной правительственной связи? Бюллетени нам привезут посредством фельдъегерской связи. То есть специальная правительственная почта, да, специально привозит тираж бюллетеней прямо к нам сюда под охрану. Чтобы выборы в этом году прошли наиболее прозрачно и безопасно, при проведении голосования будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней, или, проще говоря, КАИБы. Они будут установлены на 107 избирательных участках. Такие устройства не только облегчают процесс подсчета голосов, но и выступают в качестве меры защиты от фальсификаций. Тем не менее, на части избирательных участков голоса посчитают и вручную для контроля точности данных. По нормативу, который утвержден постановлением Центральной избирательной комиссии, при использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней на 5% всего объема избирательных участков будет проводиться так называемый контрольный подсчет голосов. Если при проведении контрольного подсчета голосов будет выявлено существенное несоответствие в различии вот этих строки протокола, то на всей территории Щелковского района будет проводиться ручной подсчет голосов. Кроме того, при проведении голосования будут использоваться и специальные марки. Они будут клеиться на бюллетени с кандидатами в депутаты Государственной Думы. 935 тысяч марок мы получили. Вот эти марки будут наклеиваться на оба вида бюллетеня по выборам депутатов Государственной Думы. Если он не будет находиться на избирательном бюллетене, значит бюллетень будет недействительным. Более подробную информацию о предстоящем едином дне голосования можно узнать на сайте территориальной избирательной комиссии Щелковского района, а также на ее официальных страницах в социальных сетях. Дарья Сеснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».